Теперь я начал запись, это дубль номер 17 018 миллионов. Начинается у нас все с такой музычки загадочной. Я ничего уже не собираюсь комментировать. Я тоже столько раз комментировал. Вот. И мы едем, это я еду. Это я уже не 1000 раз на камеру говорил, которая была даже не включена. Все, давай уже заезжай, пусти свою говнянную катсцену. Меня от нее уже тошнить скоро начнет. Такой дом, кстати, вам в ту коробку, которая висит, должны были туда попасть в каком-нибудь челлендже. Какой-нибудь интересненьком челлендже мы должны были туда попасть. Это мой дом, я сюда приехал, я туда заходить не буду, не буду вам показывать его, все просто. Будто бы ничего не было. Первым делом нам надо достать магнит в этой части. Так, без фонаря. Мне все равно придется тебе тут домой бежать. Из-за фонаря. Правильно я понимаю. Потом косилка. Пуши. Зато и мои любимые вазы возьму, давай. Они разбиваются в этой части. Я не только что об меня разбилась одна ваза. Бабах, все. Так, замечательно, я там все коробки уже раскидал. А что, а мне-то какая разница? Мне нету разницы вообще. Так, все, забрал магнит, а теперь я могу бежать. Сейчас спокойно с магнитом. Магнит, сыночка, не надо, вообще не надо. Пятерочка выручает и деньги забирает. Как у меня с магнитом? Я сейчас сразу смотрю. Вот. И фиолетовый цвет. Так, меня сейчас хватит вспомнить. Дурачок. Ну что, как на деньги застрял там? Нет, не застрял. Господи, что здесь коробки летают? Наши коробки уже летают, как говорится. О! Люблю блогера на ютубе, который снимает соседа регулярно. И нет, это не я. Это Алексей Смертник от своих хорроров. Нормально. Маленький там живется. Супермаркет, это господи, почему ты идешь туда, куда надо именно мне? Вот он туда ушел, а мне надо туда, ё-моё. Ну конечно, иди в эту, в баню. Помойся соседу, в баню иди. Иди. Да, открыто там, всё. Эй, да почему я не смог туда забраться, я... Целых 3 минуты, наверное, уже не могу. Или 5, или 6, или 18, или 20. Так, он сейчас где-то здесь будет ходить. Более чем уверен. Включи свой фонарик. Так, ой. Разбилось немножечко окно здесь. Немножечко разбилось окно. Краешек. Извини, сосед, но я не платить за твое окно не собираюсь. Твое окно ты и плати. Понял меня? Надеюсь, да. Ого, я... Закрыть. Я только что смог добраться до ключа синего до цвета. До 20 до века, так. Не удивлюсь, если бы я до 20 века. Стоп, сейчас же 21 век. Ну ладно, чё. Так, постучались. Кассирша, потому что сразу супермаркета будет. В релизе, да, я все эти части приоритет знаю. Нет, ключ, ты мне еще пригодишься. Так, все, включаю максимальное количество подсветки. Подставляю. Сажаю. Давай. Так, лампадка. Так, мне лампа, по идее, может еще где-нибудь когда-нибудь пригодится. Ой, лампа, говорю, магнит.
Магнит может быть, может быть. Может быть, может быть. Где-нибудь когда-нибудь. Так, все, окно разбил. Сейчас сюда сосед прибежит. Здравствуй. Здравствуй, Сюзан. Сюзан, давай, лети вон на ту коробку. Скажешь, как там в кошмаре каком-нибудь. Так, сейчас я не очень честным способом сюда проберусь. До одного очень интересного места. Это тогда штука не используется в этой части. Ну ладно, это комната. Так, все, все, так, что это? Фонарь. Что, запасной, что ли? Да блин, как окно в этой части разбилось? Или оно не разбивается? А, нет, разбилось. А вот части окна не разбиваются. Я думал, дожили. Окна, привет, сосед, не разбиваются. Так, дубль два. Дубль два. За мной этот бежит Чубрик. По идее. По идее Чубрик бежит. Чублик, Чублик. Так. Коробка, коробка. Чё, блин, заново, чё, заново? Чё, чё, конечно! Чё, 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 чё. Меня как-то уже подпешиваешь, Чубрик. А где-то здесь ходит, я более чем уверен. Потому что он в этой части ходит туда, где надо именно мне. Заходит. Альфа 3 получается. Не получается Альфа 3. Надо вам достать дома, а карточкой в любом нет. Вот так, он выпрыгнул сюда, он выпрыгнул сюда. Но если он в этой части у него нет ума, чтобы забраться по лестнице. Это ж в этой части там вообще. Далекой от нас добавили. Так, сюда коробку положу. Все. Все, сосед, пока, пока, обойдешься. Мой друг, сосед, обойдешься. Где-то здесь было красное. Где свобода? Оно мне понадобится. Как и стул, как и коробки. Ну как все, вот он бежит. Бежит, 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 бежит. Это, конечно, эффект страха здесь все равно надоедает. Да, конечно, 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 конечно. Ведь не именно туда надо было бежать. Естественно, сосед образом каким-то там магии, с помощью магии там появится. С помощью магии Таня Байлд. С помощью, блин, сосед, сымай себя. Я его отвлеку. Пожертвую ради этого даже коробкой. Пожертвовал, блин! Лучше в себе оставим. Дед такой наглый стал в этой части. Бери хотя бы одну. Ничего не берутся здесь. Картины не берутся, конечно. Зачем им браться? Сказал Илья, взяв картину, ладно. А хотя бы одна картина берется, это хотя бы плюс. Ёпта. Так. Господи, мне все еще кажется, будто вода упадет вниз. Нет, ну реально, там просто так темно. Будто бы там пропасть какая-то. Будто бы она прям сейчас упадет на пол. Нет! Нет, нет, нет. Да почему я такой, такие предметы все чувствительные в этой части? То есть я микро-микро-супер-пупер касанием хоть пальчиком задену, они уже валятся куда-то! Это песня уже. Это единственное кресло было! На карте! Нет, все. Надо скачивать читы. Я не знаю, я все, я без читов, как без рук. Как без рук и без ног даже, я бы сказал. Нет, я буду другим способом. Есть? Нет, так, так тебе задолбаюсь. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, я не знаю, что делать. С этой чашкой.
Не знаю, что делать сейчас с этой частью дебильной. Соседом с этим дебильным. С этой частью, блин. Где еще здесь есть такое кресло? Я вот не... А, все, вспомнил. Да, все-таки было в этой части кресло. Второе. Так, вот там что-то. Что-то там он пыжится. Вот оно, вот оно. Не люблю, когда меня на камеру снимают. Не люблю я сниматься. Сказала, я сниматься видео. Нормально, да? Но это в игре я не люблю сниматься. Да, нравится видео снимать. Так, надо было мне уже там сумму забрать, но мне кажется, там сосед будет бегать. Если я его заберу. Хотя, стоп, а как он там будет бегать? А, ну и решетку. Я же не буду каждый раз так прыгать. Прыгать, перепрыгивать. Я бы даже сказал так. Как-то не туманно. Может, с помощью трех коробок получится. Цифра 3. Святое число. Число святого никого. Так. Убери. Си. Нет! Нет. Так. А может, двух коробок получится? Гадаю. Хотя что в этой части может получиться? Фигу. Смотрю в книгу, вижу фигу. Мем от наших родителей. Ты задолбал, а? Так ты стул, уйди отсюда. А, то есть в этой части они тоже пропадают. То есть нормально, да? То есть нормально. Так и живем. Новый сезон. Родители, так и живем. К ним приехали в гости и все. И не могут они привет сосед нормально поиграть. Чё ты здесь поделаешь? Вот ничего ты здесь не поделаешь. Вот. Это не сериал. Все, давай, нет! Как? А может через эту? Пробуй. А может это мне мешает? Нет, крест! Ты где, ама? Ёпер, ну ты достал меня уже! Если что, я выключу запись, потому что мне уже не надо эту игру проходить. Пошла эта альфа третья нафиг. А пушма она, нет, она не нафиг. Че я с этой альфа возьму? Я с этой альфа возьму бэд, блин. Задолбаю сейчас ходить с этими багами вечно в данной игре. Почему нельзя было ее такой же простенькой сделать, как, например, в хах? Примеру, как бы это хоррор часть более-менее, но пока там сосед где-то застрёт. Но эта часть хоррорная только тем, что этими коробками, которые вдруг, и креслами, которые вечно заваливаются, и ужасным стелсом. Или не ужасным, это мне нравится эта игра. В принципе, она хорошая, но в этой части будет уж слишком ужасный стелс. Самая худшая, это самая худшая часть, которую я проходил из всех. Привет, соседовых. Тут все этой сферы, вот никогда я так. Никогда я вот так вот ее тупо не проходил. Всегда удовольствия было больше. Наконец-то, блин. Наконец-то, вот домик здесь где-то торчит. Лампу я себе заберу. Лампа красивым светом светит, она мне пригодится больше, чем соседу. Соседу. Там темно, потому что там говно. Там говно. Не знаю, что оно, что-то так. Где ванна? Вот здесь ванна. Где-то была ванна. Вот, все, светит свет. Свет где-то там, это мне еще повезло, что там где-то свет достал. Так он за... Это там должен. Но я очень трудно проходить это. Не удиви, это самое...
Часть прохождения обычно за 15 минут прохожу. Сколько интерес записи? 15 минут в принципе, примерно. Примерно как столько единиц, но я ещё не прошёл. Карточку. Я карточку ещё не забрал. Сейчас мимо соседа придётся бежать. Если он там где-то... Если он отлагает, если он всё ещё не где-то застрявшийся, это будет плохо. Карточку возьму. И через дверь какую-нибудь убегу. Через эту. Через дверь. Рука. Ящик лишний. Стул возьмем. И с ним побежим и пойдем. Так что. Я не знаю, зачем мне стул. Но стул мне не надо. Я сразу говорю. Мне не надо стул. Обойдусь. Карточку. О, телефон. Сам себе просто. Лапа лишняя. И телефон. Вот телефон. Я сам себе звоню. Чё так ярко, блин, а? О, всё. Сосед плачет. Сосед, ты чё плачешь? Не плачь, а то все сейчас иначе всё слышно. Он даже на окна не обращает внимания. Там какой-то. Всё будет. Василий, он гром. Я так слышу. Не плачь, сосед, пусть он снова не станет делом. Так, где-то здесь оно. Можно здесь как-то посмотреть? Нет? Нельзя? Нет, нельзя здесь подсмотреть. Сосед! Hello, neighbor! My neighbor! Игра не очень вообще не зашла мне, если честно, она вообще мне не зашла. Какая-то она вся неправильная, вся какая-то кривая, все здесь неправильно. Все здесь какое-то... Ну не такое, неправильная игра, короче. Я желаю всем удачи и всем пока-пока.